Я очень долго выбирала человека для продвижения сайта. Провела собеседование по скайпу, наверное, там с 20-25 кандидатами. И как-то чисто интуитивно в итоге свой выбор остановила на Сергее. И, как мне кажется, не ошиблась. Сайт достаточно быстро начал продвигаться. Продажи у меня начались примерно через 2-3 месяца сотрудничества с Сергеем. Сергей меня постоянно пинает. Требует, чтобы я добавляла на сайт новые материалы, новые изделия. Короче говоря, идет совместная, очень плодотворная работа, в которой Сергей оказывает очень существенную поддержку. Сергей договаривается сам с копирами, чтобы мне писали тексты для моих изделий, поскольку у меня нету просто на это ни времени, ни возможности. Иногда у меня создается ощущение, что Сергей включает волшебную кнопку, когда я прихожу на работу, и у меня целый почтовый ящик просто, вот целая почта обращениями с сайта, на которые все срочно надо ответить. Вот, это очень приятно бывает, конечно, хоть и достаточно запарно. Плюс Сергей очень отзывчивый человек, и он мне неоднократно помогал в проблемах с другим сайтом, другого бизнеса, которым он, в общем-то, и не занимается. Но я ему звонила в 11 вечера, говорила: «Сергей, у меня катастрофа, у меня там повис сайт, надо срочно что-то делать». И Сергей мне просто по-человечески помогал решить проблему вот с этим моим вторым сайтом. В общем, я очень рекомендую сотрудничество, оно очень плодотворное, оно очень эффективное. Сергей очень хороший, отзывчивый человек и партнер.